Вот это очень прикольно, едешь в шестиколесном УАЗике, ну и типа, да все нормально, как бы, едем, смотрим, а сзади никого. А оказывается, у народа-то сзади там, ну, жара, оффроуд, рубимся. У Ромы, конечно, довольно серьезная проблема с шириной автомобиля. Он не помещается в колею. Здесь довольно раскатанный, смотрите, он все равно набивает новую. У ребят на джимнике сегодня девиз, ну типа, мы унизим все, что у вас есть. Колеса выкрутил ровно, а вот по просвету уже тоже нет. Смотрите, как назад тоже уже выбраться не может. С такой легкостью, причем мы как проехали, даже не болтая о чем-то. Может быть, чуть-чуть меньше угол. Хотя, знаете, есть шанс, что он сейчас просто все это раскатает. В любом случае, мы ждем еще один джимник. Но я бы уже не выдержал, вжахнул бы вторую, и будь что будет. А веревку машины? Автомат вот. Да, поправили меня ребята. Когда просто тапочка упала. Но уже не явно есть план, и он его придерживается. Потому что его тянет на правую сторону. Ветер тянет налево, а его тянет на правую сторону. А там, похоже, уже задний мост не проходит. Но у джимника есть преимущество. В принципе, можем его... три хребала подвыдернуть. Причем, смотрите, здесь не вода, а здесь прям именно цементный цемент. Че стоим? Давайте поможем парню. Перевернуть его? Слушай, аккуратно только, да, здесь. Ура, товарищи! Оно застревает. Слава богу, а то я уж думал, что вдруг... вдруг он чем-то там эликсиром каким-то смазал снизу, что он типа всем проскакивает. Неужели он сюда тоже решил? Типа отомстить за ту лужу? Да? Да? Поздно. Пытался забраться на бортик, потому что не совсем попадает в колею. Но здесь уже глина суровая. Только я сказал поехали, а он начал... И он поехал. Мотоциклетные штучки там. Да, да, но мне кажется, слишком выкручено колесо. Мне кажется, может поменьше чуть-чуть. Чуть-чуть. Слушайте, а идет.
хотел, ты чуть-чуть найдешь. Андрюх, ты точно помогаешь там? Да, да. Я надеюсь, что... О, пошло, пошло. Блин, ну раз такая пьянка, я ж не могу стоять в стороне. Подойди просто с камерой. Три лошади. Три лошади и один кабан. Джимик, смотри, поехал. Не сильно, но... И вот и тут это стыдно стало. Жень, давай налево чуть-чуть. Давайте, вас тут много, а я один с камерой. Обожаю эту тему, вот есть лебедка, но толкать, не, побывать в говне и не потолкать, это полный... Давайте, раз, два, я буду кабанить. Яля, раз, два, Яля. О, он не сдвинулся сантиметр. Да, до этого, Жень, было лучше. Широкая колея, весело, говорили они. Так это дальневосточники, у них всегда дрифт. Нам там с небес добавили напорчику. Стало еще веселее. Рома продолжает ехать боком. Так, извините за этот миллион перехватов. Вот оно, место силы. Это место силы, смотри, там человек до сих пор торчит ногой кверху в вейдерсах. Ну что, все сидели здесь? И Андрей пускай посидит. Бесполезно. Тем временем джимники. А, к нам в гости. Конечно, там скучно. Вот где ехать надо. Да, да. Вот оно. Блин, нормальную рыбу он поймал. Да, здесь официально, конечно, не проезжает ничего. Возможно, если были бы трактора. Оп! Хорош! Так, ну что, колес здесь всего 4, но зато трактора. И я уверен, что больше клиренс. Макс, а какой размер колес, я что-то забыл? А, 38,5. Да, 38,5, логично. Рома, как всегда, с каменным лицом разговаривает по телефону за рулем. Кстати, а джимник, интересно, это он все еще без лебедки? Ага, то есть все-таки ребята, ну, могут. Жень! Ну не, он уже замылился, ему походу. Джимни, кстати, там не смог бороться, ну, то есть устал, просто нажал газ в пол. Так, ну что, трактора? Ой, как глубоко он туда ушел. Оп-оп-оп-оп. Увы, эффект идентичный. Короче, там на дне огромная присоска. Просто да. Я никому не хотел говорить. Давай. А мы чуть не деньги поставим. Thank you.
Походу Джимник на что-то сел там. Жень, попробуй чуть-чуть под... Только я имел в виду не газом, а колесами лево-право. Но газом тоже хорошо получается, мне понравилось. Эх, сейчас бы зацепился, вот рано отпустил, шанс был. Опа. Ну офигеть. Руль вправо. Но это не про эту машину, не на этих колесах. Тяжело, походу. Очень тяжело. Морда заползает с той стороны. Заползает морда наверх. Меньше газа. Какое идеально лысое колесо, Роман. А вот были бы трактора. Там с той стороны, конечно, вакханалия творится. А не сел ли у вас акум? Лебедка, по-моему, на грани. Впрочем, как и трос. Пугает меня стальной трос. Надо его запрещать, конечно. Ром, температура в норме? Конечно, это ж Toyota. Камап сила, говорили они. Но не в этот раз. Так, лебедь отъехал все-таки окончательно, поэтому 6 на 6 спешит на помощь. Что там? Пока ничего. Сколько метров? Метров 30. Просто он застрял так, что его надо лебедить на полном тросе. Гиблое место, короче. Потому что у Санька здесь Рубикон сдох, а у Вадика на Ранглере... Шакл сдох. Стартер сдох. Сегодня, слава богу, попроще, просто сдохла лебедка. Теперь Роме надо будет быть просто аккуратнее. Еще. Нормально, Андрей? Ром, чуть левее. А они стоят на месте. Так, возвращаем монстра назад. Только абсолютно непонятно как.
Ох, как там в притирочку-то. Ой, ай. Ребята, осторожно, возможно, сейчас будет падать машина сюда. Стиль. Просто, просто монстр. Нашли? Господи, ты потерял ноги. Метровый человек стал метровым. А я какой рост? Почти 2 метра. Почти 2 метра, офигеть. Почти застрял. Рома раздел оператора без регистрации и смс. Он Ладу Гитрофи первый где-то сбежал. Сбежал, но он сбежал не потому, что не смог, а потому, что он без Вейдерс. А, кстати, помогает все равно. Так, шакал. Ром. А шакал где? Блин, замена эти руки. Помнишь, чумазик был видос такой, чувак, который... Смотри, стопудово калитки сейчас прицепит. И трубки тормозит. Ну, будем потом его вперед так. О, у него есть задние колеса. Рома, мне кажется, сейчас чувствует легкое облегчение. Блин, а мне нравилось, когда у него были колеса. Блин, а Рома штурман не закрыл дверь. И теперь там в салоне полный привет скорее. Нет, нет, не открывай только. Лево руля чуть-чуть. Вот так, хорош. Короче, а чё, лужа-то осталась непобежденная, крузак даже на лебедке не смог ее проползти. По факту. А, выехал? Красавчик. Надо было его подождать все-таки. Разрыв системы. С задней лебедкой случилось легкое ЧП. Она была неправильно намотана и сорвала клюз, и перестала работать, и еще что-то. Поэтому вот последний шанс выглядит вот так. Нельзя так говорить, но комичность ситуации в том, что лебедка... Ром... Да, лебедка вперед стоит между задними колесами, и мы вытянули трос до конца. Пощелкайте на смотку этот барабан. Саня запикает потом. Ну, если попросишь. Сань, затикай, пожалуйста. Я того рот ебал. Короче, у нас обе лебедки крутятся не в те стороны, в которые они должны. Точнее, и вперед, и назад, а она крутится назад. Соответственно, мы жертвуем. Я не знаю, что сейчас делать. Разломать тормоз. Че, сейчас двумя джимниками доставать будем. А вот что дальше делать, как бы, хрен его знает. Я не знаю, где поехали вот те ребята, но белый джимник где-то на дне. Да, ребята там все заперли, их тащило, и теперь им... Ох, какое падение штурмана. А вон где-нибудь затянул снимак? Снял, но камера такая мокрая. Ну, затянул. Просто не светит, он может его вытащить. Блин, я мокрый, как просто пес. Ты? Да. Это и есть пес. Надо посмотреть. Без регистрации и смс. Джимник достает Toyota Land Cruiser 80 на порталах. Одной лебедкой. Смотрите, сейчас жопа поднимется. Не, не поднимется. Патрули топ! Был бы патрол. Блин, нифига он такой здоровый. У белого джимника намного быстрее лебедка. Не знаю, что он стоит, по-моему, рунва. Но это кайф. Как правильно сегодня сказал Арсений, джимни сила, крузак могила. В итоге у нас две самых мощных тачек без лебедок. И у нас вся надежда на вот этих двух крепышей.
А теперь мое любимое. Подбегает гневно Рома с молотком, замахивается. Рома нажимает на кнопку, и она начинает сосать. Ну и комментарий Ромы. Ага, испугалась. Он как бы более чем уместный здесь. Лебедь пи***. Блин, мой фаворит, реально. Мой фаворит был бы, конечно... А, вы ничего не видите? Смотрите, я снимаю, типа мусауни. Ох, а жалко, что я не снимаю. Ну, короче, ребята прям вот красавчики. Да все красавчики, у кого лебедки работают. Блин, вот это лужа на самом-то деле тоже глубокая. А вот она, наша питерская глинка. Думал, все. Джимник аккуратно прощупывает почву. Там дальше нормально. Сейчас единственное, надо 80-ку дождаться и едем. Больше на боковушку опирайся, а то... Да я дрищ! Ну... Лебедка не работает, но... Но жахнуть желание есть. Здесь любая, любая, давай, давай, любая, давай, здесь без разницы. По красоте. Крузенштерн будет страдать сейчас, страдать как никогда. Тогда не так уж будет страдать. Как-никак, так, никак, как. Ну, я надеюсь. А вы все колеса уже перебрали? Или это каждый раз одно и то же? Нет, это разные. Было все оба задних и одно переднее. Оба задних и одно переднее. Но у вас еще одно осталось-то не сделанное. Надо так, чтобы он не упал в колею. А на заднем фоне там джимник прорывается. Шлеп. Белый джимник прошел там же, показал, что аж на колеса встал. Белый джимник слишком лют. Вот это не знаю. Я предлагаю на белый джимник запретить использование 33-х колес. И понизить его хотя бы до 31-х. О-хо-хо! Ты ж короткий и высокий, как так? А это как так? Если что, натуральный цвет кофты вот такой. Впрочем, как и штанов. Места живого на мне практически нет. Замерз, промок. И мы решили, кстати, не ехать второй берег, потому что как-то жопа. А? Ну, повезло. Что там? Не знаю, но какой-то нехороший человек опрокинул здесь дерево. А может быть, оно и само опрокинулось. Короче, чтобы вы понимали уровень вообще вот мозговой деятельности ребят. Очень стрёмное место вот это. Здесь все сидят, они ходят, смотрят, пошли пузырьки, говорят, не, здесь дна нет. Ну и как бы я уже начинаю идти, и они такие, ну, значит, сюда. Как бы вот просто вот уровень катки. Если катать, то по полной и до конца. У джимника, кстати, тоже миллион вариантов все это объехать, но они решили, как бы, раз уж мы катаем, то катаем. Сейчас, подержи. Давай, Андрей, ты не хочешь. Ты грязным штанами не хочешь? Оборудование. Так, ты чуть
Что, погнали туда? Тебе тряпочку. О, а тут эта труба по речке идет. Я знаю. Погнали туда. А сейчас Женик это и сделает что-нибудь. Женик, я верю, как никого. Такси, давай, такси поддержка брата. В джимник я верю, как в никого. Я уже договорился, если что, с кем ехать. Божественный автопром, чтобы вы понимали, он как бы, ну, не по газону едет. И тут песня такая: гулять по воде, гулять по воде. Распрямите его, он упирается в колеса. Не могу понять, есть что-то на экране. Не здесь это было. Миллион процентов вон там вот и между деревьями. Ну, пытался. Андрей, ну хватит. Ну, Андрей, ну это же потом все запикивает. И просто я от начала поездки до конца это продолжал. Сын, пойдем, я тебе скажу, где ты ехал. Опять ровно поставь, на меня вот, видишь, ровно. Давай, вот так. Я так аккуратно едем, как будто по уступу какого-то с обоих сторон обрыв. Там с обеих сторон колея. О, супер. Так, здесь все по красоте, а вот к ребятам на патруле, который Land Cruiser все еще, есть ряд вопросов. А здесь пропилили дорогу. Погодь! Кто-то до нас. И вот туда, Дима, встанься! Все-таки нет, одумался, похоже. Андрей, а? Куда? Никуда, а никогда не везу. Просто везу. Стой! Назад сдавай. Что? Здесь тебе... нет проезда, он тебе просто тряпочку привез. Я сейчас обратно уеду, это вот. Чтобы... Она сама едет, уверен. Проходи. Блин, вы что? Да ладно. Ну, на лебедке, конечно. Вот это ехали, вот так до самого конца почти доехали. Сейчас что-то будет. Самый сложный. Я на видео сказал, они такие смешно совещались, типа, блин, даже не знаю, блин, пузыри идут. Сюда точно сюда. В любом случае это очень круто. А не помнишь, что у них лебедок нет? Вот я чувствую, как не хватает тракторов с одной стороны. Но с другой стороны на тракторах, возможно, бы уже закопались. Там одющая ступенька, только что вода отступила. Да, именно вот эта ступенька.
думаю, это победа, ну, в плане, это все. Это он уже пытается сдать назад. Нет, не ходами, здесь еще хуже получается. Так, надо бы оттуда забрать вещи и уже ехать в сторону дома. Надо еще что-нибудь. А все. Крузачок, конечно, вид имеет. Прям базара ноль. Давай, давай. Железный тоже. Паш, не железный. Ну, в плане железный, ты не железный. Ну, пожалуйста. Да, шансов выехать самому, конечно, там не было. Андрюх! Ромчик, назад откатывайся! Ища Диада, просто восстание сатаны. Ребята, по-моему, даже не видят особо, куда ехать. Такая паровая баня. Опа! Эррор! Ветер с моря дул. К такому жизнь нас не готовила. Рано газ отпустил. Был шанс выехать. А сейчас уже боюсь, что нет. Мотор стал явно сильно злее. И за счет мотора, как мы видим, машина, мне кажется, стала более ездабельна. Это лужа не хорошая.
Так, а здесь я вижу, Джим их мостами цеплял. Жим. Чё, не... Патруляка, как всегда, один вопрос по ширине. Это крузак. Да, крузак. Ребят, извините, просто когда Рома за рулем, ну, в голове, что это только патрол. И я никак не могу от этого избавиться. Сначала это было на уровне шутки, а сейчас это стало вот на уровне постоянно. Ребята, я вынужден констатировать факт, нас тащат на трассу. Непонятно, что случилось, но что-то случилось точно. Похоже, пропало давление масла, немножко того, сего, Чеки Чан, Джек Энджин, и вот это вот все перепутал, но вы меня отлично поняли. Решили не испытывать судьбу, прицепились, хотя, возможно, уже поздновато. И едем в сторону асфальтика. Да, пошел. Телефон нормально брать. Ну что я могу сказать, это было супер интересно. Очень круто было посмотреть на такую технику, но сегодняшнюю катку, я считаю, мы официально запороли. Потому что все нормально только у... Джимника! В... У всех трех джимников. Все остальное, то-то-то-сё. Не видно? А слышно? Да. Тебе слышно или там слышно? Нормально, все нормально. Рома говорит, что все хорошо, но я вам могу сказать, что у него не все хорошо, потому что он то что-то попердело, то там что-то подкрутить, подмандить. В любом случае, первый выезд. Греется. Ну и как греется? Чуть-чуть. Когда УАЗик на хвосте висит. Ну когда у меня УАЗик на хвосте висел, у меня ничего не грелось. У меня висел трехосный УАЗик на хвосте. Трехосный, он такой вообще один, но ни у кого не висел. Такой. Так что когда повесишь, такой херни у меня еще не было. А что у тебя раскручивалось? А там не докручены были редуктора. На все есть ответ. Ох уж эти романы. Ребятушки, спасибо вам большое, что смотрели. И, конечно же, всем мир. Тём. Он видео никогда не досматривает до конца. Там же всегда потом послевкусие.